Дорогие улан-удэнцы, земляки, мы начинаем отсчет нового жизненного цикла. С восходом Луны во всех буддийских дацанах звучат молитвы о мире и единстве. В прошлом остаются все трудности и испытания. Мы вместе чтим традиции, уважаем старших, оказываем помощь и поддержку. Праздник Белого месяца служит сохранению мира и согласия в нашем обществе, укрепляет семейные ценности и родственные узы. Желаю, чтобы Новый год принес всем нам радость и удачу, яркие достижения и позитивные перемены в жизни. Пусть будет счастье и благополучие в каждом доме, в каждой семье. Пусть Белый месяц станет временем созидания, сохранения и приумножения всего задуманного. Желаю крепкого здоровья, мира и добра. С праздником!